Всем большой привет! Сегодня будем готовить очень вкусный и полезный десерт из тыквы. Такое незатейливое лакомство подойдет абсолютно всем, даже тем, кто придерживается здорового питания или соблюдает диету. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! Нарезаем крупными кубиками очищенную от кожуры и семян тыкву. Вес тыквы в очищенном виде 500 граммов. Затем режем крупными дольками яблоки. Вес яблок без семенной коробочки тоже 500 граммов. Теперь помещаем подготовленные тыкву и яблоки в миску. Поливаем их 2 столовыми ложками лимонного сока. Добавляем 1 чайную ложку корицы, 3 чайной ложки имбиря, 100 граммов изюма без косточек, 50 граммов жареных грецких орехов и хорошо все перемешиваем. Дальше перекладываем содержимое миски в рукав для запекания. Сверху кладем 25 граммов порезанного кубиками сливочного масла. Плотно завязываем рукав с обеих сторон. Сверху делаем несколько проколов зубочисткой для выхода пара и отправляем противень в нагретую духовку. Запекаем от 20 до 40 минут при температуре 200 градусов. Время приготовления будет зависеть от сорта тыквы и размера кубиков. В результате тыква должна получиться мягкой, но при этом сохранить форму. У меня батернат сквош запекался 30 минут. Подавать такой десерт можно как в горячем, так и в холодном виде. При подаче по желанию поливаем на свой вкус медом. Или посыпаем сахарной пудрой. Вот и все. Очень вкусный и полезный десерт из тыквы готов. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.